Цыпенья, мама дитива. Научной библиотеки. И повод для нашей встречи уникальный. Сегодня мы открываем выставку, которая включает в себя работы живописцев, графиков и фотографов, объединяет разные стили и жанры, отображает красоту и уникальность национального парка. Авторы запечатлели разные времена года, высокогорные и южные пейзажи на закате, восходе, холод и зной. Уникальные снимки, сделанные в 40-градусный мороз на высоте тысячи метров над уровнем моря, конечно же, не оставят вас равнодушными. Таковая природная визитная карточка не только Златоуста, но и всего Южного Урала. И мы благодарим наших партнеров за решение представить эту уникальную выставку на Горике Стаканай «Литературное сердце Челябинска. Областной универсальной научной библиотеки». Путь к твоим вершинам крив и крут, ствол берёзы надо мной, как древко. На ладони не холодный грунт, пот и кровь, пепел наших предков. Наверное, основная проблема, основная беда наших распространяемых природных территорий – это отсутствие общественной поддержки. Общественная поддержка у нас, надо честно сказать, очень слабая. Люди не знают, что субохраняемые природные территории, люди не знают, почему существуют определенные правила, почему эти правила необходимо соблюдать, когда человек попадает на особо охраняемые природные территории. Так что давайте будем заботиться об этих уникальных уголках. Любите ли вы, когда знаете, как люблю я? Если еще нет, то вот это то место, где ваше мнение должно измениться. Посмотрите, какие красоты можно подарить этот национальный парк. Он хорош и летом, и осенью, и зимой. Красота его уникальна, неповторима и манит к себе туристов вновь и вновь. Мне очень приятно, что все это доводится в отношении Челябинска. Пускай они не смогут сходить на Таганай, но даже посмотрев на эти снимки, на эти картины, у них появится мечта, которая не будет стремиться. Пусть сегодня меня потеряет родня, я уйду, когда все еще спят. Но штормовка пропавшая выдаст меня, и рюкзак со стены будет снят. Это значит меня бесполезно искать. Занедужил я, лекарь мой путь, будет ветер мою шевелюру трепать и толкать, как товарища, в грудь. Как янтарными струнами в пьесе дождя ветер мачтами сосен играет. Пусть в походную юность уносит меня Таганай, Таганай. На вагонном стекле непогожий рассвет чертит мокрую диагональ. Среди туч настроения проблесков нет, и на стыках стучит магистраль, словно сердце стучит, как стучало тогда, когда мы убегали вдвоем
а быть может в соседнем вагоне одна. Ты любуешься этим дождем, как янтарными струнами в пьесе дождя. Ветер мачтами сосен играет, пусть походную юность уносит меня. Таганай, таганай, разгоняйся, мой поезд, пусть дождики льют. Ну какой же я к черту старик, это станции взять нам разбег не дают. И к стеклу желтый листик приник, как янтарными струнами в пьесе дождя. Ветер мачтами сосен играет, пусть походную юность уносит меня. Таганай, таганай, пусть походную юность уносит меня. Таганай, 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 таганай. Забыв о суде престилира, закрыв на ключ квартирный рай, забрав мечты, оставить споры, иди, мой друг, на Таганай.